Тож до нашої студії завітали організатори автопробігу на честь Олександра Абраменка, Раміля Габеков та Євген Кушніренко. Доброго ранку вам. Доброго. Вітаємо вас, друзі. В першу чергу хочемо запитати, як взагалі у вас виникла ідея створення такого заходу, як автопробіг на честь нашого олімпійського чемпіона? Ну, ця ідея виникла, як би сказати, так спонтанно. Тобто ми, как только мы увидели, что наш Александр, наш чемпион, выиграл Олимпийские игры, ну, в первую очередь, конечно, у нас было море радости, мы там все радовались, мы наблюдали за этим. И сразу же, ну, как бы я как спортсмен, там, Женя как спортсмен, вот наши ребята, то есть, которые тоже организаторы, мы все спортсмены являемся, и мы знаем, насколько, знаете, приятно, когда близкие ценят, да, твой труд, но когда это ценит твой город, да, твоя родина, это... там, в 5 раз даже дороже. И мы решили сделать такую встречу, как бы сказать, ну да, посвятить этот автопробег Саше, потому что ну, он сделал, как ну, это наше мнение, это не, он сделал невозможно, это выиграть зимние Олимпийские игры, да, Николаевцу. Ну, это просто космос. И поэтому мы решили сделать автопробег. Вот на фотографиях видно, нас собралось очень большое количество автомобилей. Ну, вот как-то вот это спонтанно, и мы с ребятами созвонились. Спасибо ребятам и Subaru клуба, и нашим друзьям. Вот мы всех собрали и проехались по улицам нашего города. Шум, гам от моторов. Ну, було дуже. Відомо, що на автопробігу були також і рідні, і друзі Олександра. Яка була їхня реакція? Як відреагували друзі, рідні і сам Олександр? Дуже позитивно відреагували, так як сам Олександр є великим автолюбителем. Ми також є не як дійсними спортсменами, так і автолюбителями, тому вирішили посвятити даний автопробіг, щоб привлечь більше уваги нашими вот этими вот яркими, громкими автомобілями, дабы більше людей увидеть и как бы мы дали это общее освещение, дабы эта радость пришла в каждую семью, в каждый дом, потому что это большая победа всей Украины. И мы очень рады, что это золото теперь получило прописку в городе Николаево, и вот этим вот самым пробегом мы максимально хотели дать вот всеобщее обозрение вот этому аспекту. Поэтому я думаю, у нас получилось хорошо. Я удивлял батько. Вот сказать, что відреагував добре, нічого не сказати. Он його переприняли емоції, він ощутив з нами этот драйв, это, ну, немислимые чувства просто переполняли. Я думаю, если они переполняли нас, как лиц, которые это организовали этот пробег, я боюсь представить, что творилось в душе отца, этого великого человека, который подарил нам, воспитал вот данного чемпиона. И мы все вот данными поступками мы хотим показать, к чему нужно стремиться, на что нужно равняться и на какие, как говорится, цели нужно ставить себе как человеку, как говорится, что такое вообще есть неотъемлемая составляющая правильного, сильного человека. Вот Александр – это пример нынешней молодежи, пример всем нам, поэтому вот так вот мы решили обыграть. Євгене, а на вашу думку, ось перемога Олександра, як вона вплине тепер на свідомість миколаївців і яке значення саме ця перемога має для нашого міста? Я думаю, дуже велике значення має мати. Кожен миколаївець має розуміти, що це частичка його теж перемоги, тому що ми всі підтримували його. Ми всі, як говориться, це наша спільна українська перемога на цих Олімпійських іграх. І я думаю... такие ребята, как мы, как Александр, мы во всеобщее, как говорится, как сказать правильно, для всеобщего обозрения хочем показать собственным примером, для чего, собственно, стоит жить в этом бренном мире и к чему стоит, собственно, стремиться, повторюсь еще раз. А ось чому навколо саме Олександра такий ажіотаж? Багато було спортсменів, які до цього приносили нашому Миколаєву перемоги різного масштабу. Чому саме такий ажіотаж навколо Олександра? Має золото Олімпіади, а інші спортсмени залишаються у тіні. Ну, смотрите, как бы можно сказать так, вот на данном моменте, сейчас вот во всем мире происходят вот данные Олимпийские игры, и сейчас все внимание направлено туда, поэтому мы, честно, акцент не ставили на какой-то вот конкретный, вот произошла ситуация, да, мы ее сразу же осветили, мы также само в дальнейшем будем стараться максимально проводить какие-то акции, дабы максимально осветить вот такие вот аспекты, такие вопросы и дать ему всеобщее обозрение, чтобы люди намного больше узнали о таких вещах.
Раміля, ми знаємо, що твоя команда також постійно підтримувала миколаївських спортсменів, які приносили якісь перемоги для нашого міста. Ось на твою думку, наскільки це важливо для них? Ну, в першу чергу, ця перемога, вона дуже важлива для всього нашого міста, для країни в цілому. От, доповнюю, чому такий ажіотаж да, насчет цього, тому що Олімпійські ігри – це нечто більше, ніж чемпіонат світу, да? Наприклад, чим тот же чемпионат Европы и так далее. Олимпийские игры – это то, к чему идет спортсмен всю жизнь. В принципе, как и к чемпионатам мира. Но Олимпийские игры – там идет отбор очень строгий. Отбор идет за годы до этого. Отбор идет очень ужесточенный. То есть попасть на Олимпийские игры – это уже значит победа. Это уже значит, ты уже, у тебя успех. Ты успешный человек в этой жизни. Понимаете? Для спортсмена это уже наивысшая планка. Конечно, это самая верхняя планка. Но взять медаль, ну, к тому же взять еще и золотую медаль, и взять эту золотую медаль, будучи спортсменом из города Николаева, и будучи медалистом, уже золотым медалистом в городе, в южном городе, где снега так такого вот у нас только, да, на 3 дня выпадает, на 4 дня максимум зимой. Это убери. Да, и при таких вот обстоятельствах, которые, да, слаживаются, вот в общем, да, вот, на данный момент. Это, ну, это нечто. Это очень важно. Это важная победа и важная победа для всех нас. Ну, поэтому вот, ну, Саша, он достоин быть, на самом деле, героем. А щодо спортсменів, які також отримували перемоги, наскільки для них також важлива така ж сама підтримка, як для Олександра? Конечно, вот, ну, я как спортсмен, да, еще раз повторюсь, могу сказать, что поддержка, она очень важна. Вот бывает, да, ну, когда приехал с чемпионата, да, например, приехал с чемпионата мира, или же едешь на чемпионат. Вообще самая лучшая поддержка, это когда ты едешь на чемпионат, когда ты видишь, что за тебя болеют, да, не только близкие, там, твой отец, твоя мама, и твой брат и там пару друзей, например, близких, а когда за тебя болеет, в общем, большое количество людей в городе, например, да, потому что наш город, я не раз говорю, я всегда это говорю, это как столица вообще Украины, спортивная столица, такая небольшая спортивная столица. Если взять соотношение нашего города к количеством спортсменов, да, и размером нашего города по сравнению с другими городами, даже миллионниками нашей страны, то я вам хочу сказать, Николаев самое большое количество чемпионов мира по различным видам спорта. Вот по боевым видам спорта это однозначно, потому что вот наши все спортсмены, ну, к сожалению, не все разъезжаются, да, там, по заграницам или в другие города едут, так как не могут, да, там, реализовать себя. Но наш город – это столица спортивная, и поэтому нужно поддерживать, нужно ценить это и не воспринимать это как задолженное, что ребята чемпионом мира стал, и это нормально. Стать чемпионом мира – это космический какой-то уровень для, например, даже стран, которые европейско развинутые, для них это космический уровень, как бы. Я уже не говорю о Николае. Поэтому наших спортсменов я всегда настаиваю на том, что и говорю всем своим друзьям. Вот мы совместно все поддерживаем всех спортсменов, поддерживаем, да и вообще всех активных, активную молодежь мы поддерживаем. Всех, да, підтримуємо. Да, мы всех, да, всех поддерживаем, тех людей, которые достойны этого. Хочеться трішки відійти від спортивної тематики, від спортивних подій. Разом із цим автопробігом ви організовували благодійну акцію. Розкажіть нам трішечки про неї. Ну, благотворительна акція, вона була після автопробіга, тобто, да, вона була сразу ж на наступний день, так совпало, у нас були насичені вихідні, в суботу автопробіг, в воскресенье благотворительна акція. Ну, от благотворительна акція ми совместно з... Зараз ми можемо побачити кадри, так? А от, да, відео. Мы совместно с ребятами, с молодежью города Николаева, это именно ребята из такой организации, как группировка по имени, ну, под названием группировка, то есть это, мы поехали в центр для людей, которые нуждаются в этом, ну, прямо говоря, то есть центр для бездомных людей, и привезли максимально... Ну, решили создать максимально необходимые им условия, да, для облегчения их существования. И дабы показать, повторюсь еще раз, дабы показать собственным примером, для чего нужно, собственно, жить молодежи, для чего нужно, собственно, стремиться. И наш девиз «Твори добро вместе с нами», «Твори добро во всестороннем отношении». Я вот даже скажу, как говорится, вот необходима поддержка, поддержка даже как и для спортсмена, как и человека, который попал в сложную жизненную ситуацию. Она не только необходима, а она предрекает тебя на дальнейшие победы, и ты понимаешь сам в себе,
что у тебя нет права даже на ошибку. И если даже она есть, ну ты не имеешь права опустить руки. Поэтому только вперед, ни шагу назад, и творим добро вместе с нами. Чи можуть миколаївці дійсно творити добро разом із вами? Як вони можуть приєднатися до вашої команди, брати участь у ваших заходах? Конечно, однозначно они могут с нами совместно ездить на, и на любые благотворительные акции, также если будут организовываться у нас и в автопарбеге и так далее, они могут просто даже написать на страничке Facebook мне или Жене. Мы очень социально активные люди, нас очень много кто знает, поэтому мы открыты для всех, приходите в наш дом, и мы сотворим это добро вместе с вами. Собственным примером, повторюсь еще раз, покажем, для чего нужно жить молодежи, к чему нужно стремиться. Наши двери открыты, и мы очень рады будем видеть амбициозных, незаурядных людей, которые с нами за одну идею будут творить это всеобщее добро. Поэтому милости просим. Ще не вщухли події з Олімпіади, і зараз наші спортсмени-паралімпійці також готуються до змагань. Зараз вже наостанок хотілося б від вас почути якісь прогнози щодо нашої збірної паралімпійців, а також якісь привітання та побажання для них для перемоги. Скажем так, побажання тільки одно. Ми як спортсмени, от я як боксер можу сказати одно. Ви повинні бути молодці, ні шагу назад, ну а якщо назад, тільки як в боксі. Два вперед і з удар. Ну і я від себе теж скажу, що що стосується паралімпійців, у нас також в місті Миколаєві, у мене от, да, є товариш, навіть чемпіон паралімпійських ігор нулітніх. По плаванию Богдан Гриненко и многие ребята также, которые тренируются, паралимпийцы. Я могу сказать, что наши паралимпийцы, они самые сильные вообще в мире, потому что летние Олимпийские игры это показали. Я уверен, что ребята, которые сейчас направляются, да, на Олимпийские игры, мы с вами, мы болеем за вас, будем наблюдать за вашими победами. Я уверен, что вы станете номер один в списке всех стран, наш флаг будет развиваться первым номером, и в общем командном списке вы станете первыми. Удачи вам, ребята, но самое главное – победы. Ну, мы максимально осветим эти вопросы. Тож, мы дякуємо нашим ранковим гостям, нагадуємо, что до нашої студії завітали організатори автопробігу на честь Олександра Абраменка, Раміля Габеков та Євген Кушніренко. Дякуємо вам, друзі, підтримуємо ваші побажання для наших паралімпійських спортсменів.